потом в это была как бы внесена уже музыка. Хотя танцевальные номера были совершенно музыкально, массу приносили. Я из Канады привез вот эту «Лавуа», «Выход, мадам». Я это услышал, когда мы были с Федрой в Квебеке, в Канаде, в одном из каких-то кафе. Никакого «Лавуа» и понятия не имел. Я закричал: «Как фамилия? И о чем?» Самое потрясающее, что вот прошло уже сколько, почти 20 лет, я ни разу не просил перевести мне, что поет «Лавуа». Неделю тому назад, во время репетиции, кто знает французский язык, закричал: «А откуда вы знали? Это что, текст «Лавуа» написал специально для служанок?» Я говорю: «А что там?» И мне перевели. Все совпадает в обращении к человеку, который где-то тут у мадам в тюрьме, ее мсье, и вся песня посвящена именно этой тоске за человеком, который изолирован обществом. И мне бы в голову не пришло спросить, что он там поет. Мне казалось, что он поет то, что надо, а оказалось, что действительно он поет то, что надо.